حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد السمار حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد السمار يا صادق Сегодня у нас в Дербенте проходит республиканский ифтар, и хвала Всевышнему Аллаху, собралось очень много людей со всех окраин нашей республики и даже с России тоже. И мероприятие, мы надеемся, что оно будет очень увлекательным и грандиозным по масштабу. Почему? Потому что у нас зарубежные гости, также будет работать мультимедийный фонтан. Все эти люди собрались сегодня, проявляя свою особенную любовь ко Всевышнему Аллаху, пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и также к месяцу Рамадан. Хочу выразить особую благодарность каждому, кто пришел на этот ифтар. А целью нашего мероприятия – это объединение всего Дагестана. Сегодня разделились каждый, что может. У меня была работа, вот, еда, накрыть, чтобы люди все были сыты и довольны. То есть команда, хочу поблагодарить всю команду, которые сегодня работают, и мужчин, и женщин. Очень дружно, с разных районов, с разных сел, разные люди объединились под общим делом ифтар. Пусть Аллах Та'ала на всех вот так объединит рядом с пророком Фирдаус. Наши мероприятия, они помогают укреплять братство между братьями и сестрами по вере, укрепляет дружбу и является причиной для того, чтобы мы получали еще больше вознаграждения, потому что угощение постящихся за это огромное вознаграждение получает. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить всех наших братьев, имамов, всех организаторов, который организует такие мероприятия. Пусть Аллах вознаградит всех раем джанату фирдаус. Аминь.